Хочешь оценить уровень нашей сегодняшней подготовки? Мы забыли молот. Серьезно? Да, все нормально. Дима все равно не взял паспорт, поэтому он едет за своим паспортом, едет за молотом, едет за перчаткой. Раздаем. Официальный бонус у нас в размере 100 тысяч рублей от наших партнеров, там Олимбет, Удар, ВК. Суть. Бонус у нас дается за нокаут какой-то 100% глухой. Да, за глушняк. Именно вот если глухой нокаут, там с судорогами или еще с чем-то, вы за это гарантированно получаете бонус. Бонусов много, больше 5 штук планируем раздать в этот раз. Ну, минимум, точнее, 5. А там уже о том, как вы подеретесь. Все, давайте, всем успехов. А вот и профессиональные боксеры сегодня на топ-доге. Чемпион мира Эдуард Трояновский. Привет. Ну, за кого сегодня в первую очередь болеть будете? Сегодня буду болеть за наших орловских пацанов. Вот. Я за красивый, качественный, ну, боксом это не знаешь, бой. Поэтому орел вперед. Сами-то не думали? Да, ну, я сказал. Можете рассказать нам чуть-чуть, пожалуйста, во сколько лет к вам пришел Влад тренироваться и вообще про вот воспитательный такой процесс становления спортсмена? Ну, в первую очередь это, скажем, как сын мне. Так. Вот, это родной человек, о котором я, ну, стараюсь заботиться, переживаю. И поэтому максимально, скажем, и душа туда вложена, и пот, и кровь, и все. Андрей Владимирович, ну постойте, о чем говорили? Ну, спрашивали традиционно в основном про Влада, как такой получился он. Я вкратце рассказал, что это... Колян все хотел что-то под вас, про вас нарыть, все спрашивал, удалось, нет? Да, я думаю, удалось. Думаю, что все было нормально. Нарыл то, что можно нарыть. Что нужно нарыть. Что, Рут, тоже будешь сегодня в гостях? Да. Учитесь, наконец-то меня позвал. О чем будете разговаривать? Не знаю, поболтаем, сейчас посмотрим. Туда. Ты же говорил, тебя смотрят. На ферстифе. Ну да, фильм показывает. Это что, ты так пропустил все выходные или у тебя спокойствие такое чемпионское? Спокойствие чемпионское. Сохраняю. Ты сейчас на ленивца похож, не курил. Я, честно, не курил. Я себя вообще отлично чувствую. Ну слушай, ты такой на спокухе вообще, что тебя может разозлить? Я не знаю, наверное, удар в нос или в челюсть, чтобы не больно было. А может быть, сравнение с Федором Емельяненко не бесит еще? Да, не, он же положительный. Как бы человек, как бы такой великий спортсмен, поэтому я не против. Отлично, ладно. Удачи сегодня. Ну что, дядька, расскажешь, как? Как всегда, все четко. Все как надо, слава богу, выиграли. Слушай, ладонью бил, с кулаком что-то случилось или что? Да, левую руку выбил. И решил обработку пощечной давай. Вроде неплохо получилось. Ну крепкий дядька, да, оказался? Да, ничего, пойдет. На самом деле это совместная идея, образы заранее подготавливаем, потому что это шоу, и его нужно поддерживать. Удачи вам, ребят. Спасибо. Ну охуенно. Все, бомба, удачи. Валер, мы тебя когда в образе увидим какого-нибудь? Он всегда в образе. Да, и если это будет, то кто? Посмотри на его образ, он всегда в образе. Валера, это Валера. Это образ жизни. Главный специалист по Наруто, а вы зверь. И давай про Наруто. Пацаны, это искусство, это вы что, это даже говорить не надо, это надо смотреть. Это тот момент, когда нету слов и столько одни эмоции. То есть эмоции до 720 серий. В общем, всем смотреть Наруто. Всем смотреть Наруто, даже филлеры. Филлеры интересны в некоторых фильмах голливудских. Выход Влада будет, кажется, сейчас спасен, и пояс доставят на стадион. Вот и спаситель. Так, да. Ты спас выход Влада, братан. Как фамилия? Искунов. Искунов, да. А ты?
Сейчас не знает, как пропустить молот, потому что, по сути, это оружие. Я бежал, пацаны, я бежал за ним, просто от самого метро я за ним бежал. Думал, что бежать обратно придется с ним, но, к счастью... Хорошо, что последним вот, да, боксирует? Да, вообще, меня просто это... Меня спасло, короче, просто то, что мне вызвали такси, мне не пришлось от самого зала топ-дог бежать до сюда. Нормальная тренировочка, да? Ты чего нервничаешь, Валя? Ты можешь одевать панами ходить. Серьезно, на тебе уже не... А что, ты действительно нервничаешь, да, когда Валера выходит? Ну как тебе, волнительно, самому боксировать или с ним выходить? С Валерой выходил. У меня уже была голливудская концовка, я больше не хочу такой. Чувствую, как будто... На качелях максимальный верх, тут невесомость, ты прям вот так стоишь и не веришь это. Ну ты сегодня будешь ему говорить, чтобы руки выше не заигрывались? Конечно, сжать вот так за столом, понял? И не отпускать. И ему не давать ничего делать. И самому ничего не делать. Просто сжать, сделал вот так. И унес. И поставил. Работаем уклончики, да? А? Уклончики поработаем. Да, давай, сейчас я ножки еще потяну. Максим, ну сегодня мы тебя видели с шаурмой. Да. Да, скажи, насколько вот в 93 вот тебе легче, чем в 84? На 100%. Ну у тебя и рекорд-то там, да? 3 победы подряд, по сути, в 93-х, если считать. Да. Все практически, наверное, победы. Ну все, больше 84 не будем, да, спускаться, наверное? Не хочу, да. Право-лево, рэп. Потом, право кидаешь, он низко опускает, право кидаешь, левый снизу, тоже поднимай. Смещением встречай левый, со смещением. Право-право-левый, право, начни. Левую добавляй. Единогласным решением судей. Валера! Собираем. Валера, верим! Дикий Орлеан! Кто-то тут есть еще палач, но настоящий палач, он у меня в руках. Дальше! Благодарность и пожелать успеха. Потому что удачники не желают, удачи нужны неудачники, нам нужен успех. Владу Буйнову хотел бы сказать спасибо. Так что, я думаю, я заслужил. Где Сукисян, непонятно. Миша, возвращайся с Алтая или где ты там сейчас. Свою зиму проводишь, свои глаза залечиваешь. Давай сюда. Миша, я за тебя. Валерий Особов. Если бы Валера Особов был персонажем Доты, то кем бы он был, как думаешь? Тотенист. А? Подожди, андайнгистом, зомби. Почему? Кослявый, худой, высокий. Валера, красавец. Спасибо, спасибо. Давайте успехов вам тоже всем. Валерчик, давайте. Да. Он меня удивил тем, что он вообще пиздец какой неудобный. То есть он непонятно, он особо дергать не умеет, но что-то делает и непонятно. И, ну, чуйка тоже имеется, он что-то там отходит, не отходит. Ну, а так в целом,
Дедок сказал, что если бы вот ты был из Доты персонаж, ты был бы андаингом. Так, если бы андаингом, что? Если бы из Доты персонажем, ты был бы андаингом. Почему? Высокий, костлявый такой же. А, андаинг из Доты, я понял. А кем бы дедок был? Зато как я типа... Дедок, наверное, Леон. Леон чисто ходит, понял, станы раздает, и ультой добивает ему. Больше одиночный. Он не собран, не комбинационный. Если кидает, то он вот так. Прямые он больше. Вот так, да. Тебе нужно что сделать? Сокращать по большей дистанции и на такой средней дистанции как бы накидывать ему вот так. Серию вырвал, эпизод видел, вырвал, отдохнул. Понял, да? Подвигался. Потому да? что на средней дистанции именно тебе поднакидать надо, понимаешь? Потому что он вот так вот работает. Он дистанционник, как бы, вот его работа, а он все дистанции, он кидает, и нет у него опасности. А вот комбинационную, если отработаешь, отработаешь, ты сидишь вот так, и там будет заходить. Болей за Водин! Болей за Водин! Хорошо, собрано. Все, быстро, Джей. Хорошо, хорошо. Руку! Мало! Хорошо. Серина, ну, работай, Серина! Мало кидай, еще ее кидай! Левой двойкой! Левой кидай! Дергай двойку, заходи! Вот, все! Вот! Руки подними! Руки выше! Руки выше! Да! Руки подними, руки! Охоти за головой! Охоти, Серина, охоти за головой! Охоти, Серина, за головой! Еще левой, кидай, левой, левой, давай. Еще! Вышел. Еще! Еще! Дернул двойку в голову, закидывай! Двойки, двойки, Валера, двойки давай! Напрямую! Голову выходите! Хорошо! Кидай сразу! Не стоять! Еще! Бик, бик, бик! Бик! Первым номером вымер. Сам иди, Валер, сам иди. Собран. Сбивай его. Пусть он падает, он уже устал. Бить его должен. Снеси его прямыми сериями ударами. Там только файт сразу. Там только сразу первую секунду. Валера, много ударных комбинаций, без остановки. Пусть он падает, сноси его. Прямыми ударами сноси. На него первым номером. Руки подними, подними руки! Руки подними, подними! Бросайся! Иди на него! Не видел его! Не видел его! Ладно, ничего страшного! Объявляется ничья! Надо выиграть время и выкинуть технически. Хорошее, хорош! Вот ДВ падал? Зуб отколол, понял? Зуб отколол? Он две хочет спасения такой. Слышь, а где капа? Винты мне оставьте только и укинуть. Вы стоите на средней дистанции. Ты работаешь так же не быстро, как и он.
Также не быстро. Чаще левой кидай, взрывайся. Чаще левой. И жди, когда он тебе ответит так же левой, и сразу накрывай его. Он, видишь, уходит вниз. Значит, накрывай его пониже. И еще. Левой-левой кидаешь в него, он начинает уходить, чтобы ты прям вниз на людей, куда он уходит. Встань быстрее. Движение. Ты по скорости на его скорости. Давай! Вот, еще ему туда! Хватаем его гол! Пониже, Влад, пониже! Дергай, лево, лево, там! Дергай, натяжка, братан, тебе! Ну, блядь, кулак там передал. Ну! Добивай, пусть гнется, добивай его! Сухой не приходи! Сухой не приходи! Нет, я потом тебе скажу, в чем проблема. Я тебе потом скажу, в чем проблема. Я понимаю, примерно. Это уже третья ничья на сегодня. Ну, я хотел без гематом пройти этот бой, но как получилось, так получилось. Я рад, что что-то удалось воспроизвести, то, что планировали на тренировках, и я рад этому. Сейчас слов много в голове, но не хочется все это воспроизводить. Ну и сейчас у многих будет вопрос дальше, реванш или что, или... А меня сейчас интересует человек. Вначале меня интересовал просто бой с Туйновым, а сейчас мне интересно деньги. Как есть. Ну вообще, в принципе, в кулачке хочешь оставаться или... Только интересно, заинтересует ли меня деньгами, так и не хочу оставаться. Не, ну я думаю, просто такого-то будут заинтересовать. Меня интересен, мне интересен классический бокс, я говорю. Бокс, ну и кикбоксинг, да, само собой. Естественно. Ну что, дорогие друзья, вот такой получился поединок. Кулачки уже заживают, восстанавливаются. Ну вот. По поводу боя равные решения. Судьи сделали такой вердикт. Что поделать, в принципе, по лицу. Я думаю, вы видите, кто красивый, кто не очень. Вот. Кулаки тоже заживают чуть по чуть. Состояние такое себе. Ну, чувствуется, что там что-то двигается. Плазмотерапию еще не делали, но все впереди, все лечится, все восстанавливается. Вот. Честно сказать, по бою, ну, ни одного я прям плотного, хорошего, точного удара от Паши не пропустил. И он достать меня не смог. Вот. В отличие, наверное, от него. Я думаю, парочку ударов-то он точно прочувствовал. Вот. Ну и довольно-таки много громких слов он сказал после боя, что, мол, 30% ему понадобилось, чтобы сделать равный бой. Братух, тебе 30% не понадобилось. У тебя получилось их показать, потому что я тебе позволил эти 30% показать. Вот. А я думаю, то, что в реванше все будет понятно и все увидим, если ты, конечно, еще согласишься на это. Вот. А тут это уже, наверное, вопрос гонораров и финансов. А драться мне с тобой на кике, не на кике, без разницы где.